Сегодняшний день Господь через мое недостоинство сподобляет вас церковных наград. Каждый из вас предстоит Святому Престолу Божию, Святому Алтарю, вознося бескровную жертву о всех и за вся, о Вселенной, о Святей Соборней и Апостольской Церкви. И эти награды, которые являются отображением наград небесных, да будет для вас и утешением, и стимулом к дальнейшему активному пастырскому служению. Сегодня каждый из вас служит в храме или в молитвенном доме, где созданы все условия для совершения Святой Евхаристии. Теперь наша задача, после того, как мы служим Божественную Евхаристию, возвысить тех людей к пониманию этой бескровной жертвы. И потому просветительская миссия, которая присуща священноначалию церковному, идущая от Христа, должна быть сегодня первенствующей после Божественной Евхаристии. Мы должны идти, учить и просвещать. Помните, тому, кому мы причащаемся в Божественной Литургии, кем мы живем, кому служим, именуется светом, находящимся во тьме. Именуется просвещением нашим. И потому первейшее внимание, дорогие отцы, уделяйте просвещению народа Божия. А для этого священник должен всегда заниматься самообразованием, просвещать самого себя для того, чтобы просветить других. Если ты хочешь, чтобы паства твоя была святая, ты сам должен быть святым. Если ты хочешь, чтобы паства твоя была просвещенная, ты сам должен иметь это духовное просвещение. Святитель Филарет, митрополит Московский, сказал однажды такие слова. Господь Иисус Христос наименовал Себя учителем, а Своих последователей – учениками. Если ты не вразумляешь себя в христианстве, если ты на протяжении всей своей жизни не являешься учеником, то ты и не христианин. Я не знаю, что ты такое и что с тобою будет. Дорогие мои отцы и братья, вручая эти сегодняшние награды церковные, я желаю всем вам подвигом добрым подвязаться служение о Христе Иисусе Господе нашем. Сердечно всех вас благодарю за те пастырские труды, которые вы достойно несете и совершаете на веренных вам приходах. Пусть всегда с вами будет благословение Божие, о ревности о Христе, о славе Божией, о Церкви Христовой, пусть никто никогда не покидает вас. Аксиос! Аксиос.
всю свою.